указываете. А вот тут сейчас это. Съезжайте, это самое. Не, следующий. Следующий. Да. Вы никогда не были туда? Да я давно уже здесь не был. Только не разгоняйтесь. Перестраивайтесь. Перестраивайтесь, да. Вот, видите поворот. Вот на встречную полосу и вот этот поворот езжайте. Вот сюда, да? Да. Да. И наверх. Да. Я в Сутанане не был уже. После войны, наверное, ни разу и не был. Последний раз до войны. Так, я мимо мотаю здесь. Ну, будете знать теперь. Так, вспомню сейчас. Это ваш совхоз. За Сутанан. За Сутанан? Да, за Сутанан. Я доплачу. Я заплачу. Сколько скажете, я заплачу вам. Да ну, посчитаем. Я километраж засек. А, и сколько километров вот до нас? Ну вот сейчас 13 километров. Дороги наши ощутите на себе. Ой, красного луча вот так хватает. Да, там тоже. Что, тоже еще не доделали? Да ну там по центру сделали, а так. Нам пообещали, что по Лутулинскому району в 23-м году сделают дорогу. Ну, как в Комброде, он сколько обещали. 30 лет обещали, и только на Артема сделали. И тоже разбивать ее начали. Да у нас тут разбивают уголь войск команды. Восход здесь. Да и не только ж, наверное, уголь, дикарь же, наверное, возят. Нет, дикарь нет. Дикарь дальше, дикарь, да? Нет. Возят, дикарь. Дикарь с Юрьевки возят. Сейчас тут разбили уже КамАЗы, у нас там полигон. Сидоровский полигон у нас. Шахта возят, то лес, то... лес. Казаки своими силами тут отремонтировали по центру, но оружие все равно начинает опять заново начинать.